И вот мы поехали. И вот сейчас мы пойдем вот на вот это чудо. Я не знал, что оно здесь есть, на крутящуюся панораму. Эта башня называется Сингапур Skyliner. Вот он едет вниз, возле флага. Билет стоит 8 евро. Вот такая кабина City Skyliner. Высота, на которую поднимается лифт, 72 метра, а общая высота самой башни 81 метр. Построена в 2013 году. Я почему-то думал, что это такая временная установка, потому что она на колесах переезжает туда-сюда. Но, скорее всего, что просто она так сделана, чтобы ее можно было легко обслуживать. И это самая высокая точка в Люксембурге, с которой можно увидеть панораму города, мост Адольфа, ну и все, что в центре сосредоточено. Очень позитивная такая штука. И она начинает вращаться. То есть можно, не двигаясь, заснять всю панораму города. Обалдеть! Это круто. Красивый собор. Теперь вид на город. Sometimes I feel like a monster.